В понедельник вечером возле Центра дополнительного образования на Октябрьском проспекте водитель Форда сбил трех пешеходов – 68-летнюю женщину и двух 8-летних девочек. Кто виноват в ДТП, узнаете в нашем ежедневном обзоре. Авария произошла 28 февраля в 17:45 напротив Центра дополнительного образования одаренных школьников. Это Октябрьский проспект. По предварительным данным, 59-летний водитель внедорожника Ford сбил трех пешеходов, 68-летнюю женщину и двух 8-летних школьниц. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. От удара пешеходы травмировались. На место ДТП вызвали бригаду скорой помощи. Еще одна авария с участием пешехода произошла в городе Зуевка на улице Луначарского. По предварительным данным, 67-летний водитель «семерки» наехал на 80-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерка получила травмы. На улице Карла Маркса в Кирове произошло ДТП с участием двух попутных автомобилей – Renault Captur и Hyundai Solaris. На видео один из водителей вышел, чтобы осмотреть повреждения и поговорить с другим участником аварии. Как вы так врезались-то, ё-моё? Как стало известно, пострадавших в этом ДТП не было, однако на этом участке дороги существенно затруднилось движение. Еще одно ДТП двух автомобилей произошло на Октябрьском проспекте напротив 120-го дома. Так, Ланос замял бочину у Приоры. По предварительным данным, в этой аварии также обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия.